Hello guys, с вами Шимик, и мы продолжаем проходить игру под названием LEGO Star Wars Company Saga. Так, и мы идем в третий уровень, который называется Полет с Соколом. И да, это похоже, мы будем играть на космолете. Сейчас все будет нормально. Я возьму контроль над... Сколько? 16 пушек? Так, окей. Ну это будет немного быстро. Ну, будет долго именно... Так, я знаю, вот так буду просто с зажимом. Плевать на вот этот уровень, я потом буду как-то мучиться при прохождении на 100%. И там будет уже, да, жестко. Так, еще 4. И последнее. Готово. Так, и что теперь? Все? Только не говорите, что это конец уровня. Да не, он бы не был такой легкий, мне кажется. Так, теперь за мной идет погоня. Просто лететь вперед, да? Он не ровно стреляет, он еще как-то в бок стреляет. И в зад. О, черт, я понял, что мне надо. Так, окей. Хроносфера мне нужна. Так. Мне нужны вот эти хернюшки. Так, надеюсь, я не взорвусь. Так, не, уже не взорвусь. Оп. И последнее. Опа, готово. Так, отобьюсь и полечу. Так, здесь снова, да, их нужно собирать. Сразу беру с собой. Ой, они исчезают мгновенно. Это уже окей. Дело такое не очень простое. Так, окей. Еще урон от этих получаю камней. Так, тоже 4 штуки. И здесь тоже у меня дергает игру. Так, раз. Оп. Тупой робот. Придется еще 2 штуки собрать. Так, раз. А, туда не вылетели. Ясно. Нет, 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 сфера, 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 сфера. Так. Готово. Тихо, не мешайте. Еще один раз должно быть такой же. Так, здесь что-то уже. Серьезно. Окей. Опа. Это я в пасть этому залетел? Да-да-да-да-да. Червю. Зона двойного опыта. Тихо.
Так, два шарика у меня есть. Хорошо. Ой-ой. Так, главное здесь не просраться. Успею? Успеваю. Готово. Так, нет. Сначала вот эти. Так, окей. Раз. Оп, оп. И зря, да, я, походу, это сделал. Черт. Мне кажется, больше в черве не будет их. Не дергай. Почему ты дергаешься? Ух ты, еще, ё-моё, сколько мне это может быть лететь. Да, я... Надо, если не так долго летать. Если бы можно было сразу по 4 брать, то окей. А так только по 3. В Бэтмене, по-моему, в первом лягу можно было брать 5 штук таких вот сфер. Там были, по-моему, самовывозящие ракеты. Раз. Два. Три. Готово. Так, еще раз я вздыхаю. И все. Тихо. Просто лечу, чтобы просто вот эти вот гады меня не убили. Так, ладно. Они мне все равно урон наносят. Одну мне надо. Ну, ё-моё. Серьезно. Так, окей. Но неудобно, потому что я не понимаю, где я нахожусь. Ладно, посрать. Сфера. Мне нужна сфера только. Вот. Все, полетели. О, можно было не нажимать, а просто удерживать. Окей, буду знать. Не нет. Серьезно. О, здесь уже хотя бы это. Сфера рядом спавнится. Окей. Не страшно, беда. Так, готово. Сфера. Оп, все. Пострельни-то. Все. Еще? Давай, заканчиваю с этим. Окей, сделаем по-другому. Ровно как он только появится, это я его увижу. Чем только по мне катится. Во, ну! Идеальный момент был. Ладно, стрельну так. Блять. Как меня
бесит. Давай, ну попади, ну что ты? Серьезно. Все, должен попасть. Неужели? Неужели, 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 неужели? Да. Да, чувак, все уже в порядке. Так, за нами хвост. Это сын этого Боба Хатта. Или мы играем с Боба Хатта? Нет. Окей. Ладно, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Пока.